В Якутске прошла научно-образовательная конференция «Актуальные проблемы педиатрии», посвященная юбилею Республиканской больницы номер 1. Поделиться своим опытом приехали медицинские функционеры из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Тюмени и Новосибирска. Озвучили, что основные проблемы в детской медицине сегодня связаны с орфанными, онкологическими и эндокринологическими заболеваниями. Участники конференции обсудили самые острые вопросы детской медицины. Это современные методы лечения сахарного диабета, кохлеарную имплантацию, многие другие болезни. Дальше в Якутске планируют провести больше подобных конференций, чтобы сотрудники были в курсе всех нововведений, последних методов лечения и диагностики. Здесь на научно-образовательной конференции наши врачи практические, также интерны, ординаторы слушают лекции и доклады ведущих ученым, как нужно правильно вести больных, лечить больных, то есть как образовательная конференция идет.